Добрый день, меня зовут Дензи, и сегодня я покажу, как можно в программе FMPEG добавить часы реального времени поверх вашего видео. В этом нам помогут уже знакомый розовый фон и видеофильтр DrewText. Данная опция я уже объяснял в одном из предыдущих видео. Я использую шрифт консола, моноширинный шрифт. В качестве опции мы используем Local Time, которая имеет следующие переменные и согласно документации означает число, день, месяц, год, час, минута и секунда. Вы можете переставлять их местами, добавлять и удалять ненужное. Опции кодека я объяснял в предыдущем видео. Давайте скопируем данный код в FMPEG и посмотрим на результат. Видео должно быть продолжительностью 10 секунд. Отлично. Закончился процесс кодирования. И в папке с FMPEG появился новый файл Real Time Clock. Вот такие часы реального времени у меня получились. Надеюсь, видео было вам полезным. Увидимся.